Итак, без паники. Сентябрь – это маленькое лето, я все еще в шортах, значит, не все так и страшно. Предлагаю пройтись по мероприятиям, которые для нас приготовил этот жаркий месяц. На портале «Вокруг света Украина». В эту субботу торопитесь на Киевский ВДНХ. Там пройдет 5-й фестиваль «Киев Мини Маркет Фэр». Это увлекательное мероприятие для тех, кто любит умные лайфхаки, не может своей представить жизни без умных девайсов и новых разработок, еще и отечественного производства. Цены стартуют от 150 гривен до дня мероприятия. В день мероприятия это уже будет стоить 200 гривен. Итак, поехали дальше. А в это воскресенье, 9 сентября, не забудьте остаться в Киеве и поздравить главную улицу страны, а точнее ее спуск с днем рождения. Вам не послышалось? Андреевка празднует свой день рождения. Это культурное мероприятие однозначно не оставит никого равнодушным, потому что будут мастер-классы, будут литературные чтения. Ах, картишки, ах, делишки! Ищут новых всякий раз. Что же делать? В чем же смысл? Где же радость? Где любовь? Будут кинотеатры под открытым небом. В общем, в Андреевке есть чему вас удивить. 15 и 16 сентября Киевское певчее поле запоет с грузинским акцентом «Картули Фест». Это поистине вкусный праздник грузинского застолья. Вино, чача – все это под звуки звонких бокалов, длинных тостов и очень вкусного хачапури однозначно никого не оставит равнодушным. С 22 по 23 сентября пройдет любимый фестиваль Шелдона Купера Comic Con Ukraine. Это мероприятие соберет всех любителей комиксов под одной крышей. Ей станет в этом году арт-завод-платформа. Не обойдется и без косплей-шоу, а это значит, никто не уйдет без фото с любимым героем. Цена за одноразовый вход будет стоить 350 гривен, абонемент на все дни 500, поэтому вам стоит сходить туда и обязательно ставить лайки. 28 сентября. 3 дня будет длиться Barometer International Bar Show. Вы только представьте, 11 стран, 24 бара. И все они для вас готовят свои авторские коктейли, которые можно будет попробовать именно в Киеве. Да-да, вам не послышалось. Это уникальное мероприятие, которое стоит особого внимания. Помимо алкоголя на мероприятии будет очень много мастер-классов, много живой музыки, интересных встреч, гостей, а также подобные мероприятия невозможны без вкусной еды. Предлагаю убедиться в этом на собственном примере. Старт цен будет от 200 гривен и выше. Опа! А теперь не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, оставаться с нами, делать нам лайки и, в общем, давайте дружить! Там немножко спейлов тоже будет прикол. Это вкусный праздник грузинского застолья. Вкусный праздник грузинского.